Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, игра под названием The Walking Evil, или Evil, как правильно, если Resident, то Evil, если Walking, то Evil, наверное. Короче, это что-то типа Resident, что-то типа чего-то там еще, что-то вроде всего вот это вот, сделанное одним человеком. Давайте посмотрим, что это такое, вроде как игрушку, ну типа говорят, нормальная, а что нет, я в комментариях ее встречал. Давайте, собственно, посмотрим. Так, а что это? Форум, визиты, скорый, херор. А что по настройкам вообще у нас мультиплеер управления? Серьезно, ты что издеваешься? Хорош. Окей, вроде все настроил, вроде все наделал, вроде все посмотрел. Давайте средний выберем. Что-то со звуком что-то странное происходит. Средний уровень сложности поставлю, посмотрим, каково оно играется и зачем оно. Надеюсь, музыка беспалевная, потому что, ну, если делал игру один человек, наверное, вряд ли он сюда и музыки вот этой вот всякой понапишет. Посмотрим, посмотрим. Загрузка идет, полиция жилет. Меня зовут детектив Даниэль Робинсон. Я работаю над делом по серии убийств. Отпечатков нет и никаких свидетелей. Тело обнаружили во вторник вечером. Ненавижу этот город. Кто это делает? Еще три трупа, еще три жертвы. Он действует систематично, хладнокровно, и, что хуже всего, терпеливо. Он издевается над нами, оставляя цитаты из Библии. Даниэль, должно быть, вы знаете, что у нас в городе новое убийство. И надеюсь, вы понимаете, что я более не намерен терпеть подобного. С этим необходимо разобраться и желательно поскорее. Нельзя позволить, чтобы на фоне слухов этих постоянных смертей в городе воцарился хаос. Понимаю. Я займусь этим делом. Значит, мы друг друга поняли. Ах, да. Детектив должен напомнить, что от успеха этого дела будет зависеть итог вашей дальнейшей карьеры. Знаю. Тем не менее, сейчас у нас нет каких-либо особых зацепок. Все, чем мы располагаем, так это вырванными листами из Библии, которые убийца всякий раз оставляет на месте преступления. Я предполагаю, что убийца — это человек, зацикленный на религии. Хорошо, детектив. До вашего прихода мне как раз передали о найденной зацепке, а также свидетели. А теперь, после того, как я ввел вас в курс дела, поезжайте на место преступления в особняк Бейкеров. Надеюсь увидеть от вас отчет по этому делу уже завтра у меня на столе. Можете идти. Звук неебически громок. Он просто громадно силен. Короче, сразу, да, Бейкер, это же главный герой седьмого Резидента, если что. А что так резко? А если, например, жестик, чтобы я взял такой, и он заработал здесь сразу, прям мгновенно. Смотри-ка, раз-два, 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 давай. Раз-два, 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 собака, заиграй, пожалуйста. Ну, это же Резидент, он же он про джойстик. Ну, сука, ладно. Это Резидент, он должен быть про джойстик, но нет. Ладно, но нет. Короче, это я. Это вся моя документация, это мои записи, это мое что. Не помню то ли про эту игру, но, судя по всему, уже ебать, что у тебя с шеей, дружище. Смотри, открутится. Судя по всему вот этому, это немножко не от той оперы. Я думал, здесь все будет как-то с одной камеры закреплено, потому что я читал, что эта игра в духе того, что все в одной камере, что... Вы можете изменить режим управления персонажа, нажмите 8, чтобы сменить управление. Да? Заметки обновлены, мои записи были за мной написаны, если что. Еба, а шапка где? А шапку я потерял. Так, окей, нажмите 8, ну-ка 8. Режим управления 1. Ага, ебать, 8. Режим управления 2. А чем он отличается? А, переключением шифта, серьезно? Короче, есть режим управления 1, это когда ты бежишь. А чё, камера-то не вертится? Я режим управления сломал? А, я теперь поворачиваю камеру... Ты чё, дурак, что ли? Я не хочу камеру поворачивать руками, вот. Режим управления 2. Вот, он хороший, но здесь переключение шифта идет. Бляха, ты серьезно? Кто это делает? Кто это, бляха, делает? Так, тормоза. Закиси азота уже. Ебать, закиси азота, ясно? Закиси... А, это автомобиль, я думал, это шифр.
Я думал, это шиф. Так, ладно. Назад. Что так резко опять управляется-то? Поехали. Что нужно сделать, пока не понятно? Нужно научиться стрелять, судя по всему. Джойстик так и не заработал? Так и нет. Так, ладно. Е, все это забираю. Я уж не знаю, что я там, блядь, на войну собрался в этот особняк или куда место оружия, но да ладно. Пригодится. Мало ли там реально какая-то херня начнется. Как достать? 1, 2, 3. Тап, окей. А где сам пистолет? Вот сам пистолет, допустим. Экипировать. Хорошо. Ага, окей. Тихо, а можно тормоз нажать? Допустим, это попал. Это что, это счетчик мой какой-то, что ли? Я не хочу ничего считать, я хочу уйти отсюда. Или подожди, я должен что-то набрать. 9 из 600. Я должен куда-то настрелять, что ли, прям? Я должен что-то наделать? Сейчас не понял, что за прикол-то? Его шатает просто обосраться. Допустим, я стреляю в середину. Ебать, с пулемета наделал. Так, и чё? А, реально, прикинь, мне нужно набрать 600 очков, чтобы научиться стрелять? Вы чё? Давай, допустим. Какие самые большие? Вон те, которые сзади? Не понял, перезарядка. Хорошо, 103. Или с одной обоймы столько набрать? Да не шатайся ты, пожалуйста. Нет, все вместе, окей. Ну, допустим. Допустим. Это обучение такое, внезапное обучение стрельбе. Почему, собственно, и нет? Почему бы и нет? Так будет просто быстрее. Я понимаю, что мышка гуляет. Это очень похоже, знаешь, на что? В четвертом Резиденте я в него когда-то играл давно. Так вот, там без патчей, что ли, вроде как, на мышку. Он изначально на джойстик заточен. Если играть без патчей на мышку, то там вообще жопка с управлением происходит полнейшая. Вот здесь пример то же самое, но после патча. Тоже непонятно, тоже неудобно. Ну да ладно. Сколько там еще? 527. За что, блядь, эти манекены заслужили такое обращение, я не понимаю. Вон тот дальний мало получил. На, сука. Да ты не попадает никуда. Не попадает никуда, спасибо. Так, заметки обновлены. Типа я, да, главный герой такой. Я блатной. Я блатной, я брутальный. Оп, с какой стороны хочешь посмотреть? Хочешь с этой? Хочешь с той посмотреть? Хочешь с этой, хочешь с той, понятно? Камера прыгает, нормально все. Такой бешеный, блядь. У него взгляд такой дикий, прям невозможно. Ну, типа, ладно, приюшка нормально пойдет, да? Вот с этой стороны или вот с этой? С какой больше нравится? С какой больше нравится, такой стреляй. Ладно, пойдем дальше. А может как-то убрать пистолет, типа, или нет? Вы можете изменить режим управления? Да я понял. Почему эта игра так хочет усиленно заставить меня сменить управление? Я нажал на 8, я выбрал второй режим. Так, перезагрузить уровень, нажать 7. Хорошо. А то, что выбежал сбоку, я не заметил. Это, знаешь, больше какой-то нерезидент. Так, а где особняк? Это особняк Бейкеров? А мне нужно сейчас перезагрузить или что ты хочешь от меня? Ну, типа, игру делал один человек, там даже вначале написано, что возможны баги, хренаги и прочее. Так, мои заметки, мои записи. Как они? Джей? Как тут вообще? Ну-ка, секунду. Управление. Инвентарь Tab. Карта M. Перезарядка R. Меню. Удар ногой. А где заметки-то все мои вот эти вот непонятные? Из инвентаря их взять не вижу я. Помощь в авто. Может быть, на карте все это находится? Не исключено, кстати. Не исключено. Так, M. Ага, М, вот заметки, окей, вижу. Так, как много жертв за последние 2 года количество убийств перевалило за 40. Тут работает серийник с расстройством личности по одному сценарию. Все его жертвы мужчины и женщины от 40 лет. Каждая его жертва сильно изувечена. Большинство жертв найдено обезглавленные. Детектив. Хорошо. Очень плохо, что не могу сменить я чувствительность мышки. Потому что такая чувствительность, она очень сильная, большая. А вот эта, на которую я играю, она очень маленькая в меню. Я на мышке это убавляю, потому что я не вижу, в принципе... Так подожди, может, у меня в машину отсесть, нет? Блядь, переключение шифтом — это очень отвратительно. Да, в натуре, смотри, куда-то надо сесть. То есть я здесь могу еще управлять, стрелять из машин, ты че? Как ехать-то? Запусти двигатель КТРЛ. Ага. Етить, твою мать, как сложно-то все. А есть карта? Где там карта у меня? Она не работает, что ли? Контрол, запустить двигатель, shift, intro. Ты куда, бляха, ты дурак? Ты по холодной дороге померзлый, по этой, по сырой, блядь. Ты чё, не шифтовать, совсем дурачок, что ли? Шифтанул, придурок, на сырой дороге, на дождливой, серьезно? Опа, ручничок. Опа, неплохо. А можно убрать вот это все? Газ, тормоз, это Q? А, газ, тормоз, все вижу. Q, снаряжать оружие, это Q. Едет.
твою мать, блядь. Так, аккуратно, спокойно. Это все-таки мокрая дорога, это не шутки. Это совершенно не шутки, давайте аккуратненько доедем. Выйти из машины Е, сигнал. Фары, кстати, Л. Во, нормально. Так это можно просто прямо в одного играть и фары себе включать, и сигналить можно, и веселиться. Надо просто аккуратно доехать. Так, у нас какое? Правостороннее движение, поехали. Не будем торопиться, никаких нитро, никаких этих ручных тормозов, ничего такого здесь делать нельзя. Нужно просто спокойно ехать по дороге в особняк Бейкеров. Я не знаю, кстати, это, наверное, как-то странно, но мы в одну харю поехали на расследование убийства от серийного маньяка. А вдруг он там до сих пор сидит? Мы такие приедем, а он там в тихуле приперся, дурище, блядь. Ты чё приперся? Ты совсем дурачок, что ли? У меня вообще-то вот нож. Сейчас я тебе впырну в пузо и пойду. И все, и до свидания. Да такие как бы вещи нужно ходить не в одного, а целой группой. Какие-то криминалисты там, эксперты, еще кто-нибудь, которые должны приходить там, замерять, записывать, отмечать. Вдруг мы... Вдруг мы в сговоре с преступником и скроем все данные. Типа, от этого зависит твоя дальнейшая карьера. И чё? А может, рот, я ебал эту дальнейшую карьеру. Может, моя дальнейшая карьера — это помогать этому дурачку, блядь, не сесть в тюрьму. Не знаю, это как-то очень подозрительно. Где этот особняк? Мне интересно, это вообще очень нужный раздел в этой игре, вот управление машиной, или нет? Просто если такого больше нигде не будет, то зачем этому учить? Типа, я добавил в игру возможность управления машиной, управляй. Блядь. Только не переворачивайся! И чё? А можно позвонить начальнику, сказать, что я не доехал? Выйти. Ага. Заебись, что мне делать? Да ты чё, с ума сошел? Да я не хочу перезагружать уровень, сколько времени пройдет, блин. Охереть, серьезно? Я даже... Эти фары не светят. Эти фары в принципе не светят. Как я должен был понять, сука, что там забор? В КТРЛ, Л. Тут перекрыто. Хорошо, нам в одну сторону, только сюда. Ладненько, поехали. Ебать ралли, да? Ебать ралли. Спокойно, аккуратно. Спокойно, все нормально, все. Это самое сложное место в игре, судя по всему. Нужно добраться до особняка. Это очень сложно. Так, КТРЛ Л. Поехали. А серьезно, а как добраться-то? Как доехать, если это так сложно? Я ничего специально не делаю, просто очень плохо ездит. Его заносит на ровном месте. Ты чуть повернешь, все, уже несет. Уже несет, его уже несет. Что, блядь, увеличить? Что увеличить? Это я должен с кем-то ехать и здесь кого-то стрелять, что ли, увеличивать? Что это за управление такое? Блях, ты, да вот смотри, что происходит. Ну просто на ровном месте мотает. Как мне ехать, чтобы мне... Пиздец, вот это тут обрывы неогороженные. Как мне правильно доехать-то? Это вторая скорость. 100 километров, сука, на первой скорости. Вторая скорость. 120-ки, это что за танкер такой? Едьте, твой... Машины, блядь, не ездят на таких скоростях, на таких передачах. Сейчас еще и бензин кончится. Смотри по дороге, у меня бензин, он, кажется, слева есть. Он сейчас кончится, 100%. Он сейчас кончится, примерно, наверное, в том месте, где я должен был идти пешком сейчас, да? И все равно оттуда пойду пешком, ну ладно. Нет других вариантов, кроме как потихонечку просто тыкать на клавиатуру. Просто 80 километров, это максимум, что здесь можно делать. Это адекватная реакция, Серёга, 80 километров. Это какая-то загородная дорога, сука, по горам, очень сильно скользкая во время дождя. Здесь нельзя гонять, какие 100 километров, ну нельзя, ну 80. 80 в 100, все, все. 80 в 100, не больше, ни в коем случае. Кругом обваленные деревья, кругом, сука, ветки, кругом мусор, кругом грязь и ебаные лужи. Все, ты съехал с дороги, управление потерял. Потерял управление, потерял здоровье. Все, конец, пиздец, приехали, все, больше ничего не делаешь. А по-другому никак. Вот реально, все, вот я доезжаю до 90 километров, я отпускаю кнопку. Иначе он сейчас разгонится таких, сука, этих величин. Ебать, ты видишь, тормоза вообще не срабатывают. Тормозов просто нет в этой игре. Здесь тормоза такие же, как фары. Они есть, а толку, сука, ноль от них. Нахуй мне светить себе под ноги, если я и так, в принципе, вижу, что там под ногами происходит. Светить надо вдаль. Где дальний свет? Почему управление нет переключиться на дальний свет?
Ехать, сука, и всматриваться в темноту — это такое охуенное занятие. Такое же охуенное, как треугольная мышка, блядь. Треугольная мышка, кстати, вообще хорош, смотри. Ни разу такой не видел. Я не знаю, для чего там кончик вот. Да ладно, серьезно. Но я выполнил самое сложное задание, 100%. Сложнее уже ничего не будет. Я надеюсь, что больше в этой игре не будет турни с машин. Так, вы можете изменить вид камеры на вид от третьего лица, нажав 9 на клавиатуре. Однако менять туда не раз, чтобы вернуть дефолтную камеру, вам нужно просто загрузить игру. Типа сейчас будет, ну вот, как я и говорил, режим от камеры какой-то висячий где-то в углу. А на девятку я могу поменять его на вид от первого лица. Так что ли? Не работает девятка, нажал. Дверь закрыта на ключ. Окей, окей. Так, а что такое нож? Нож барракуда. Из лужи крови взял себе в карман. Пиздатый детектив. Пиздатый детектив. Я лучший детектив в своем деле. Я улики прямо с пола кладу себе в карман. Я гений, блядь. Я просто гений мысли. Дверь закрыта на ключ. А можете как-то пешком ходить? Вот, спасибо. Серьезно, я не понимаю, я вообще не понимаю людей, которые могут играть на режиме переключения шифта. Это же так неудобно. Труп работника дома. Типа, знаешь, прикол, нажал shift один раз. Просто нажал, бежишь. Нажал, не бежишь. Нажал, не бежишь. Надо же держать. Ты должен контролировать, когда тебе бежать, когда не бежать. Режим нажатия — это вообще не очень интересно. Это очень сильно ограничивает твою подвижность. Ну, хорошо. Так, труп работника дома и документы. Цитата номер один. Ну-ка. Цитата номер один. Это где посмотреть-то? Цитата номер один. Окей. И тогда вода превратится в кровь, а живут мертвецы твои. Восстанут мертвые тела. Хорошо. Хорошо. Ебать карта. Так, главный холл, библиотека, СВ. Что такое СВ? Это купе. Кабинет, гостиная, кухня, двор, столовая, ванная, комната охраны, холл на второй. Комната. Так, а у меня помечено, что где открыто, а что где закрыто. Потому что должно быть помечено, чтобы тут сильно все не запоминать. Иначе ты во всем этом просто запутаешься. Дверь закрыта на ключ. Не, нихера не показывает, ты серьезно? А что не показывает-то? Да прекрати ты нахуй, сделай так, чтобы показывал, это ж не дело. Особняк прям резидентский, прям ты заходишь только с центрального входа обычно. И вот перед тобой нахуй весь особняк, что хочешь, то и делай. Во всех играх особняк одинаковый. Опа! Не понял я сейчас. Детектив Робинсон, есть у вас зацепки по делу? А, так это вы. А, да. Мы тут нашли вырванный лист из Библии со следующими строками. И тогда вода превратится в кровь, живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Но, сами понимаете, принимать это за улику. Еще и свидетели, правда, толку от него маловато. Болен Альцгеймером. Врачи вкололи ему успокоительное, так как он был весьма буйный. Мы все еще пытаемся связаться с его сыном. А, что еще? Ах, да. Найденное тело подвержено быстрому гниению, будто с момента убийства прошло как минимум несколько дней. Дверь мы, естественно, опечатали, и теперь дожидаемся экспертов, которые прибудут сюда через несколько часов. Я понял. Тогда, пожалуй, я осмотрюсь. Детектив разговаривает очень громко. Очень громко разговаривает детектив. Так вот, разработчик просил ему указывать на то, что в игре что-то не так. Сразу скажу, что в игре что-то не так с субтитрами. Они убегают гораздо дальше, чем идет сейчас диалог. Это нужно что-то, это нужно фиксить. С этим нужно что-то делать. Это явно нужно как-то чинить. Так, инвентарь, секунду. Это как это неудобно это делается? Почему эскейп не работает? Значит, тап. Тап — это что ключ-то? Ключ от СВ. Хорош, СВ у нас где? СВ у нас прямо вот тут вот. Я не понимаю, почему что это такое СВ? Это может быть спрятанный валик. Как это сказать? Я не знаю, что такое СВ. Все, заходи. Ну, СВ это же под лестницей, да? Спрятанное... В каком-то сохранении? Телефон сохранения, окей. Кладовка. Почему кладовка-то? Почему СВ и кладовка? Так, окей, чемодан для... Хорошо. Чемодан для хорошо, без проблем. У нас есть чемодан, у нас есть комната сохранения просто тупо. Так, это все на чемодан не реагирует, без проблем. Трава для лечения, вообще, заебок. Вообще, нормас, возьму, пригодится.
Нам бы сейчас зомбарей бы каких-нибудь вспомнить. А двери сами закрываются, нет? Это типа основная фишечка, двери должны закрываться сами. Меня еще немного напрягает, что у меня хпшка красного цвета. Красный цвет — это цвет опасности. Красный цвет — это цвет того, что что-то нужно срочно делать. А я так понимаю, она у меня целая. Это нужно менять. Это, соответственно, нужно менять. Так, Мококо ВХС. Как это делать-то? Применить. Ну, плей. А, у меня типа ни одной нет, что ли? Это просто выделяется что-то, что я должен взять? Типа нет ничего, окей. Значит, пока не нашел. Ну, смотрится ничего, что. Как это взять? Ты что делаешь, бля? Прекрати мебель-то лупить. Может быть, она как-то двигается? Ну, там явно что-то мелькает, что-то хочет, чтобы я это как громко в этой игре, я прям не понимаю. Я убавлю себе звук, меня прям просто разносит со всех сторон. Но музыка играет уже хорошо. Но музыка лишняя. Ее, кстати, можно отключить. В меню есть отключить музыку. Музыка вкл-выкл, вот поставлю нет. Она просто реально сейчас шумит, и это напрягает. Даже не из-за того, что я там боюсь за авторские права или что-то. Она реально лишняя. Просто ты ходишь такой, и орёт музыка, и это вообще не очень. Нужно переподходить к двери. Окей. Ты ее открываешь, потом переподходишь. Кто стреляет? Труп пропал. Так, не понял, а где мой пистолет? Прием. Это Даниэль. Как слышно? Мне срочно нужно подкрепление. Двое сотрудников пострадали. Прием. Черт побери. Секунду. Секунду. Так, эпикировать. То есть тупо зомбарь? Тупо зомбарь, да? Ходячее зло, это вот оно. Ага, неплохо, смотрите, неплохо. Симпатичный. Стой, я буду стрелять. Твою мать! Чё сразу-то, блядь, не во внимание-то меня поставили? Так, окей. Да ты чё, блядь, прекрати! Да ты издеваешься, что ли, надо мной? Беги! Бляха, вот они эти, блядь, последствия того, что шифт нужно нажимать и не держать. Я держу, он не бежит. Да ты чё, блядь? А ты умрёшь сегодня, нет? Ты такой живучий, обосраться, выживший. Ебать, какой живучий черт. Они теперь тоже превратятся в хуету, их надо как-то срочно замотать куда-то. В пакет или расчленить, или что-то с ними сделать, сжечь. Если он их погрыз, значит так и случится дальше. Ебать, тут зомбари живучие. Может быть, это нужно прострелить просто? Ну да, нужно прострелить. А сколько у меня патронов-то? 11 из 12, 17 патронов в запасе, хорошо. Я надеюсь, что это не те патроны, которые остались, когда я стрелял на полигоне на учебном. Потому что я там выпалил слишком много патронов. Так, окей, еще патроны. Ну для зомбарей здесь, конечно, жесткое пространство. Дверь закрыта на ключ. Окей, на ключ. Можно ударить ногой, кстати. Можно по вазе уебать разочек? На, сука. Нельзя. Ну, первый этаж, по сути, получается обследован, но не полностью. Потому что где-то что-то везде закрыто. Здесь какой-то магнитофон, куда можно вставить кассету. Очень сильно много всего мелькающего, бляха. И со светом что-то не очень мне нравится. Это я опять-таки смотрю сразу, что мне не нравится. Слишком... А есть как-то графика... Not implemented, блядь. Что? Ясно. Но ты плимпимпент. Нет, ничего не хочу. В смысле, верни меня назад. Я же ничего не менял. В настройке, когда я залазил вначале, там было написано ультра, ультра, ультра. Везде было написано ультра, если что. Сейчас тут not implemented.
Непонятно, что это значит, но, скорее всего, не распознано или непонятно, или хуй пойми куда. Так, что это за место? Холл, окей. То есть мы сейчас были в кабинете, зашли в гостиную, проход на кухню, получается, закрыт. СВ. В СВ был проход дальше, серьезно? Ну-ка, секунду. Подожди-ка, через СВ там не было прохода никакого. А, она заколочена, в смысле не было, было. Она заколочена, серьезно. Очень плохо, что на карте этого не отмечается. Это будет реально путать. С другой стороны, конечно, нужно самому все это запоминать, но, бляха, это же не канон. Дверь закрыта. А, подожди, я отсюда пришел, серьезно. Да, я отсюда пришел, каким образом? Это я пришел откуда, получается? А, с холла? Снизу. Получается так. Получается, да, но во двор я выйти уже не могу. Если я подобрал нож. Могу? Я понял. Твою мать, да откуда ты взялся-то здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ты такой маленький-то? Шесть, семь, нет, семь, восемь. Восемь патронов в голову! Что ты, блядь, такое живучее, чертила? Дверь закрыта на... Так, давай-ка без этого, без шифтов. Самбари так резко появляется, прям невозможно, блядь. Просто из ниоткуда. Стрелка, как что-то такое. Патрончики. Если что, за мной появляются всякие там названия того, что я подбираю. Это патрончики, поэтому я тебе рассказываю, что я это подбираю, чтобы ты знал. Так, красная трава. Можно объединить, да, сразу? А, раз. А, подожди, а как объединить? Это патрон для чего? Для автомата, что ли? Сейчас автомат подберу, серьезно. Ключ от СВ. Может его выкинуть? А, то есть нельзя, да? Я думал, что как бы положено, можно объединить и все. Нужен молоток. Тут так хорошо слышно дождь. Так хорошо слышно ворон. Так нужен болторез, ну конечно. Нужен молоток, нужен болторез. Все это, естественно, нужно. Без этого нам ничего не открыть. Тогда куда нам идти? На второй этаж сразу? Они какие-то тупенькие, эти зомбари-то, только с одной стороны идут. Да что ж ты будешь делать? А это кто, блядь? Ученые уже, амбреловцы. Это прям копия резидента, да? Прям вот копия первого, прям 100% первый резидент. Ученые, зомби, особняк. Картины двигаются, за картинами проходы, наверное, всякие. Ой, там молния была сейчас огромная такая. Дверь закрыта на ключ. Статуйки? Или это не статуйка? Статуйка. Бля, по освещению прям совсем плохенько. Прям очень непонятненько. Это так был, тоже болторез, хорошо. По освещению, что на машине, что здесь, я прям вот реально, я сижу и вглядываюсь куда-то вперед. Дверь закрыта на ключ. Так, блядь, если все двери на ключ заперты, куда мне идти-то? Ключ, 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 ключ. Вот, блядь, заладил, как бабка старая, блядь. Ключ, 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 блядь. Дверь закрыта на ключ. Ты охуел? А что же тогда? Если все двери везде закрыты на ключ? Чего там написано? Следовать за незнакомцем... А, на второй... Так я на втором этаже. Там задание за мной написано, следовать за незнакомцем на второй этаж. Ну хорошо, я следую. А, вот еще дверь. А я тебя и не заметил. Ну нет, там что такое? Я не вижу, блядь, это огромная, как ее, улитка? Я не вижу нихуя, что это такое-то? Так, это обои была. Там огромные улитки, я тебе отвечаю. Ой, попал по ней.
Ко мне кто-то прошел? Где? Дверь тут? Закрыта на ключ. Тут? Тут кто-то есть? Ну, блять. Дверь закрыта на ключ. Охуеть, здесь освещение, конечно, прям жара, блядь. Заметки обновлены. И где они? Попасть на третий этаж, хорошо. Охуеть, что ли, в смысле, блядь? А что нахуй? Ты что такой дерзкий-то, охренел? Ты не должен так бегать, чертила, блядь. Еба залетел. И что? Алло. Эй, третий этаж. А как он работает-то? Алло? Не работает? Ну, допустим, а как я должен попасть на третий этаж, если я даже не понимаю, что мне мешает попасть на третий этаж? Ой, ключ. Ключ библиотеки, хорош, записки. Время, какое-то время. Что такое время? А, время. А, время подобно ребенку, ведомому за руку, когда смотрит назад. А, всегда смотрит назад. От рождения до могилы 4 шага. Какие? Выход из меню неудобный. Так, ключ от библиотеки. Это на первом этаже. Что-то как-то непонятно, хули они так быстро разбегались-то. Сколько у меня патронов осталось? А у меня патронов вообще 9 штук только осталось. Я чем стрелять начну сейчас? Откуда он тут взялся, как он сюда попал? Я уже, по идее, выучил расположение всех объектов, которые здесь есть. Только где библиотека, я не пойму. А вот тут. Ну вот, да, конечно. Ну, а чё не срабатывает-то? Мадама, бля, пришла с гулянки, нахуй. Опа, опа, бля, опа, я с гулянки пришла, опа. Заебись, танцуем, опа. Я так понимаю, здесь не работает система хедшотов. То есть, что так, блядь, 8-9 ударов, что так. Инвентарь полный, в смысле, блядь, инвентарь полный? Это что, дурачок совсем, что ли? Красный, это что, типа он больше мне не нужен? Отмена. Бля, могу только отменить. Ну, давайте я выброшу красную траву, допустим. Я ее выбросил насовсем? Я нихер... Я нихера не вижу. Это очень-очень, блядь, давит на глаза. Реально ничего не видно, блядь. Если б не молния, вообще б ничего не видно было. Так, вырванный лист один. Хорошо. Вырванный лист один. А на часах было 17 минут первого. Старец умирал в агонии. Вырванная страница с книги. Окей. Не с, из книги же, ну. Не с книги, из книги. Здесь нельзя на эскейп выходить. Постоянно приходится мышкой тыкать. Отсюда тоже нельзя, только на М. Блять, все перепутано. Так, дверь открыта, хорошо. А это куда дверь? Ага, окей, это там, где проход вниз. Понял. Не, с освещением что-то нужно делать явно. Очень темно и очень ничего не... Блядь, опять мадамы. Серьезно? Ну да, где-то 8, 7, 8, 9 патронов. Так и получается. Куда ни стреляй, все равно одно и то же количество патронов. Че там? Сука, как же классно ходить и смотреть в темноту. Я ему руку отстрелил только что, прикинь. Так, хорошо, интересно, патроны кончились, у меня бы где-то был нож. Оп, экипировать, допустим. Как он дерется-то? Ага, просто вот так поебал дает. Я расстрелял все свои патроны, набрал для автомата, а автомата нет. Ты чего ушел-то? Пошли! Ох, блядь, я в этой потасовке сейчас не выживу, нахуй.
Ты умрешь, блядь, сегодня или нет? Заебал, ты падаешь. Не, живой еще. Ебать, жесть. Вырванный лист 4. Ух, что эти маневры непонятные с вырванными листами. Было у юноши позади двора сад, когда яблоки поспевали им вели счет. Каждое утро одного яблока не доставало. Решил юноша лечь спать под деревом, когда на часах пробило 0.22. Юноша уснул. Его часы спешили на 2 часа. Это загадка, типа, для часов, чтобы что-то там открыть. По времени 0.17, 0 куда-то там, 0 чего-то, еще 0 чего. Скорее всего. По звуку зомбарей здесь тоже не очень понятно. Вот этот зомбарь, когда сейчас со мной ходил... Ну, это я понял, это все вырванные страницы для загадки. Так, отлично, потрошки. А можешь как-то менять, нет? Или только через меню? Блять, только через меню, представляешь? То есть нужно зайти, найти все листы с загадками и с помощью них разгадать загадку с часами. Что за часы, непонятно. Часы я еще не видел. А, ебать, галышек, здорово! И что мы будем с тобой делать? Ты же, надеюсь, бьешься через стенку, потому что иначе будет печально. А, бьется, конечно. Иди сюда, блядь. Да иди быстрее, заебал! Так, а это второй этаж между... А чё, всё, что ли? Заходи, хуль стоишь-то. Не, а почему он не может съебаться? У нас же передний вход, наверное, открыт. Это типа с заднего только там зомбари кругом нападают, а с переднего чё мешает? Ты, блядь, со всех сторон, сука, иди нахуй отсюда. Ебать стоит. Я, наверное, думаю, что через стену, в принципе, надо было бить, но если доступно, что, блядь, патрон тратить? Их и так у меня мало. Все окей. С ножом, по-моему, как-то надежнее, чем с пистолетом. И что, какие часы? Так-то я уже все разгадал. Практически все нашел. Ну, особняк, прям, ну, это очень сильный закос, конечно, под Resident Evil. Не знаю, почему называется The Walking Evil, потому что Resident, наверное, было занято, а ходячее зло почему, собственно, нет. Давайте на этом закончим. А как по мне, так весьма... я не знаю насчет сыровато, но как-то слишком здесь плохо с освещением, серьезно. Он ходит, блядь, с фонариком, между прочим. У него фонарик, который нихера не светит дальше 1 метра. Что это за полицейский фонарик такой? Непонятно. А так все весьма и весьма знакомо, весьма и весьма... Что ты туда смотришь? Там правильный ответ? А нет, он просто не хочет на меня смотреть. Обиделся, что ли? Да не обижайся ты, ну прекрати, ну брать... Обиделся, представляешь? Обиделся. Ну, ты... ну и сиди, на обиженных волки срать ездят, понял? Нет, нахуй. Ссылка на плейлист с остальными двоглежками в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, ставьте колокольчик, ставьте там все уведомления. И всем до встречи, чаще игрушек, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.